Ну и о русских богатырях немножко поговорим. Мы о них слышали, а вот о русских рыцарях, конечно, нет. Но вот, оказывается, есть и такие. Они показали класс и победили в открытом чемпионате Европы по средневековому бою. Соревнование – это одно из самых престижных среди любителей исторической реконструкции. Ну, зато как зрелищно, смотрите сами. Это событие ежегодно собирает лучшие клубы исторической реконструкции со всего мира и проводится уже 56 лет подряд. В этом году было 120 спортсменов из 9 стран. США, Португалия, Украина, Дания, Италия, Польша, Франция, Испания и, конечно же, Россия. Чемпионат мало того, что престижный, так еще и очень атмосферный. Он проходил в испанском замке Бальмонта 16 века. В команде России 7 рыцарей, все мужчины от 25 до 40. Кстати, если россияне принимали участие в соревнованиях по средневековому бою, то всегда занимали в них призовые места за всю историю этого турнира. Испанцы даже говорят, что равных нашей команде на этом турнире нет.